Ю-16. Победа за БК Петрович. Идем дальше. И, конечно же, приглашаем зверюг на площадку. Зверей, убийц. Даю, братан, на, держи. Всем добрый день. Стоит представить команды. Перешли мы в стадию взрослого баскетбола 3 на 3. Мы начнем, возможно, теоретически с претендентов хотя бы на выход из группы. Команда «Днепр». Представлю вам каждого из участников. Итак, Карим Шижолов, номер 2, игрок национальной сборной Афганистана по вольной борьбе. Номер 33. Вы все прекрасно его знаете. Макс Закурдаев, БК «Днепр». Можно поаплодировать. Также игрок национальной сборной 3 на 3. Ред Кила, чайный мастер. И вообще. Продолжаем. Номер 37. Самая кудрявая светлая голова на этой площадке. Александр, улыбайся. Да, вот такая улыбка. Да, кстати, кто хочет ходить в качественных кроссовках, пишите Саше в Инстаграм, нарешает вам, да, да, все будет круто. Со скидочкой, да, промокод, это Никита, пусть будет, хорошо, Саша? И, конечно же, номер 11, мистер, где мои колени? Мне уже, сколько тебе там, 35, да, исполнилось? Кстати, да, вот на этой неделе Олегу Любимову был день рождения, и сегодня он после беспробудного веселья, только сегодня вот с утра трезвым проснулся и говорит, сегодня затащим 3 на 3. Олег Любимов, ваши аплодисменты, крестный отец, серый кардинал ОСЛ 3 на 3. Нет Стаса Светлицкого, поэтому ты сегодня главный. А хотя, подожди, у вас равенство? Равенство, да, хорошо. И их соперники. Ничего о них не знаю. Это андердоги, вот так их назовем. Но, пацаны, серьезные. Попробуем сопернику, да. Я уверен, они будут биться, сражаться. Пацаны, я скажу честно, вот эта четверка, Днепр, не очень. Они признавались нам вот за кулисами, что не готовы сражаться сегодня на максимум. Поэтому у вас есть шанс их разыграть, вот я так скажу. Напомню, что Олег Любимов играет максимум 2 минуты на площадке. Дальше выпадает печень, легкие и все остальное, да. Вот. Макс Закурдаев трешечку-то разучился уже, наверное, да, дома не бросал. Как сказал Саня, не Саня, ну короче, они тренировались только на PlayStation, вот до этого турнира, поэтому все будет отлично. Ну и, конечно, лидер команды, Карим, да, Жаула, две буквы «Л», это очень важно. Я думал, Бензима. Ну и Никита, которого с собой привезли из Днепра, чтобы он отвлекал народ от моего разговора. Так, спасибо. 10%, как всегда. Друзья, гости из Днепра сегодня должны делать движение. Но я болею за Молдаву, поэтому прости, любимый Днепр. Любимый город может спать спокойно. Ребята, секретари, корт номер 1, будьте любезны, вернитесь на рабочее место. Секретарь, корт номер 1. А ты себе, значит, секретаршу уже ищешь, да? Все понятно. Братик, нашел. Не успел приехать, так ты уже за секретарями. Ну и самый няшный, самый красивый Никита, ему тоже можно поаплодировать. Если вы ищете секс-символ в Днепре, знайте, это Никита, друзья. Спасибо. Я чуть-чуть матом не заговорил. Спасибо тебе большое. Просто самый красивый в Украине. Дайте мяч, пацанам, дайте. Самый красивый в Украине это Олег Любимов, конечно. А в Днепре ты. Договорились? Добро пожаловать. Вот так вот. Хорош! Давайте пошумим для команды!
ноты соперника. 29 шутс. 29 шутс, вот так. Как там? Это, нормально присело, да? Так, и бросочек, и подбор за грудаю с мячом. Скажи, тебе Днепр платят или нет? Только честно. Не, братан, ты знаешь. Я понял. Это тот момент, братан, когда я с шнуровым микрофоном работаю. Спасибо, я честно, за гостеприимство, спасибо, дорогой. Все, моя душа спокойна. Где глэчики купить? Не очень надо. Валанчики? Глэчик, глэчик. А, глэчик, я тебя победу. Спасибо. У нас тут столько глэчиков в Полтаве. Да, не бросочек, еще одна попытка от Днепра, но не точно. Счет по-прежнему 0-0. И ребята минуту отыграли. Пас на Загурдаева. Под кольцо. Не точно, но Саша исправляется. И первый на бутылочки. По центру, не точно. И что подбор за Днепром. 2-0 еще. Все-таки любимым серый кардинал, да? Ага, вот он выходит. Он просто серый, посмотри на него, от старости он. Мяч остается, дальний бросок очень неточно. Под 45. Я еще раз напомню. Миха, тяни. Нормы МОЗ, друзья. Понимаете? Будьте добры, если у них хотите уже посмотреть. 6 столов, Миха. Баскет делайте это у них. За площадкой. Слишком много. Сразу взяли. На один квадратный сантиметр людей это нехорошо. Пока только из-под кольца. Руслан, ближе! Очки. Хорошо, быстро разыграли и сверху. Что же, эту песню мы посвящаем Александру Чукуренко. Эй, эй. И снова Саша сверху. 3 минуты отыграли ребята, и счет 6-0. Пользу команды Днепр и замена. А в детстве я видел только, как Макс Бородай так делал, только сверху. Больше никто не умел бить сверху, только Макс Бородай, и все. Да-да-да, я видел, серьезно. Он еще играл тогда вечно в костюме Magic. Сейчас и он уже, говорят, не умеет. Вот судья говорит. Судья говорит, что не умеешь. Ага. Давайте немножечко поддержим соперника. Команду 29 шут. Тяжело ребятам. Совершенно разные. Давайте пошумим немножко.